Видите, как ругаются, что за брата их есть собрались. У меня совесть мучает теперь. На трансфер посадит и побежит по набережной. Сегодня погода хорошая, 17+. Очень так тепло, 16. Так шикарно в Алане, а я лечу в Москву, где дождик. Нет, какой дождь, там снег. Дождь мне пишут. Дождь? Подписчики. Ну тоже прикольно, что? Ну ничего, у меня есть шляпа, так и поеду. Дорогие мои друзья, у моей очень хорошей подруги есть магазин детской одежды. Сейчас у них завоз. Магазин называется «Зима близко». Проверенное качество. Я и своим деткам часто там что-то заказываю. И хочу вам тоже порекомендовать. Приходите к ней. Сейчас много всего классного для весны. И для девчонок, и для мальчишек. Разные размеры, качество классное. Сама и себе, то есть своим деткам заказываю, своим друзьям рекомендую. И, конечно же, вам, мои дорогие. Сейчас вам приложу видео. Многие подписчики мне пишут, даже снимай побольше Алании, виды, какая температура, какая погода, рассказывай. Вот если вы из их числа, то переходите на страничку Summer Home Winter. И там каждый день и прямые эфиры, и про новые законы, и про виды на жительство, про все-все. Пишем каждый день сторисы с погодой, со сводками о том, как, где, что. В общем, все на свете там есть, поэтому переходите. Я сейчас вам буду снимать только Москву, а именно Алания будет там 6 дней. Буду снимать вам именно Москву. А для того, для тех, кто будет смотреть за Аланией, приходите на самом концерте. Я купила бьютики. Ой, она вываливалась. Так, покажу. Купила такую сывороточку. Она, кстати, недешево стоит, но крутая. Купила вот этот крем. Ну, это классика. Он нормальный по цене и хороший. И купила себе тушь. Не пробовала ни разу. Шанель с кисточкой. Я на кисточку смотрела восковую. В общем, сегодня вот так вот. Дела в разгаре, сегодня у меня по плану съездить к себе в шоу-рум, у нас там много новенького, все вам покажу, что успею, еще я сделала себе маникюр, педикюр, а еще сегодня я буду озвучивать героиню в фильме ужасов. Ее, кстати, убьют. Но это же не по-настоящему все. А вы все верные или нет? Еще у меня простыл глаз, то есть надуло на эльфовое, как правильно сказать, не знаю, забываю всегда, эльфиевая, в общем, эльфовое, в общем, на башне, символе Парижа, эльфовое, в общем, на ней самый, мне надуло глаз очень сильно, сейчас вот не очень видно, но если вы посмотрите, то, ну, в общем, он болит, и он, в общем, меня тревожит. Что делать, если продуло глаз? Визин не помогает. У нас в магазине сейчас супер скидки. Вот, например, такой очень крутой, очень теплый костюмчик всего лишь по акции 2660. К нему идет вот такой обычный ремешок, но я одела другой. Тоже продаются у нас ремешки и наш же топ. В общем, полностью лук winzer.ru. Очень теплый, очень стильный. Конечно, всегда классно.
Так, после работы заглянули в столовочку. Нагребли все, что только можно. И рыбка, и компотики. И селедочка под шубой. Налетай. Вообще красота. Мышеньку, привет, привет, мой хороший, привет, как у тебя дела? Мамочку приехала, мама приехала, да, да, кто мне спать не давал всю ночь? Муркал, 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 да, лежал за ночь ночью, муркал. Кстати, спасибо всем большое, кто мне подсказал, что мне делать с глазиком. Сейчас я заложу в глаз в эту тетрациклиновую мазь. И целый день капала офтальмофероном в глазке. И мне стало легче. Спасибо большое, мои любимые подписчики. Спасибо. Побудь со мной. Побудь со мной. Я не нравлюсь тебе? Доброе утречко. Сейчас еду во Внуково. Вы не поверите. Мне сообщили, что, возможно, нашли мою посылку. Отменила все дела, которые на утро, на день. И сейчас буду заниматься этим вопросом. Говоря, до конца мне не верится, что мне ее вернут. Но посмотрим. Все вам покажу. Поехали в аэропорт с Линчиком. Линуся! Наша лапочка! Сейчас будем искать мою посылку. Маршрут. Моя родименькая, вот она моя красивенькая. Наконец-то вернули. Знаете, вот спасибо огромное хочу сказать именно сотрудникам аэропорта Внуково. Сколько они с нами возились, они уже нас по голосу узнают. Спасибо вам большое. Вообще, какие вы вот прям... Спасибо вам большое. Очень приятно получить свое добро. Потом я вам открою, покажу, что там. Трилогия посылки. Наконец-таки она закончена. Что хочу сказать? Хочу огромное спасибо сказать сотрудникам аэропорта Внуково, потому что действительно вот, они позаботились как-то о нас больше, чем авиаперелетчик. Вот, поэтому спасибо вам большое. Правда, я так никогда, наверное, не радовалась. Спасибо, ура! Заботились как-то о нас больше, чем авиаперелетчик. Вот, поэтому спасибо вам большое. Правда, я так никогда, наверное, не радовалась. Спасибо, ура. Интересно, что в этой моей коробке я, короче, уже все обратно запаковала. Ну, в общем, здесь несколько наборов лего для Тёмы было. Детская посуда, пазл, вот такой набор для Давидика. Тоже для Давидика. Мои белеющие полосочки. Туфельки, которые я себе покупала. Еще одни туфельки. Здесь уже, ну, уже светильнички, которые сейчас уже немножко будут не в тему, потому что здесь, видите, перед Новым годом же было, это светильники. Пар туфель у меня здесь было. Эти вот смехи такие классные. Я в них планировала Новый год праздновать. Ну ладно, ничего, все пригодится. Я рада в любом случае, что все нам вернулось. А здесь еще крема моя киснит, которые от отеков, от целлюлита. В общем, все здесь. Какой офигенный у нас есть костюмчик. Через в другом цвете. Вещь первой необходимости. Очень классно, очень здесь классно сделаны штаники, смотрите. То есть не облипают икру. А прям вот вообще класс, очень стильный, очень вообще. Я не знаю, как мне
с ним расстаться, я с ним поэтому не буду расставаться. Я возьму себе его в двух цветах. У меня под ним еще футболочка тоже из нашего магазина. В принципе, можно любую другую. Можно вообще без футболки. Такие мягкие вязаные костюмчики, очень классные. Цена 3300. Есть еще в синем цвете. Со стоечкой можно, конечно же, все расстегнуть. Но мне больше нравится со стоечкой просто.